для одних уже привычно, для других в новинку. 11-классники ведут на торжественную линейку свою смену первоклашек. А ведь праздника в Кубинской школе номер 2 имени героя Советского Союза Василия Безбородова могло и не быть. Ремонтные работы подрядчик не успел закончить в срок. Жертвовать качеством мы не могли. Это совершенно недопустимо, особенно когда это касается комфорта и безопасности наших детей. От старого здания остались только стены и фундамент. Все остальное полностью обновили. Доделать осталось совсем немного. К 11 сентября все работы будут завершены. Что касается следующей недели, то всех отпускаем на каникулы. За первую учебную неделю школьную программу во второй кубинской школе догонят. Такая договоренность с педагогами уже есть. При этом нагрузка на учеников не должна быть чрезмерной. Это обязательное условие. А для тех, кто очень сильно соскучился по урокам и не готов ждать неделю, организовали подвоз к акуловской школе. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».